Люди мне писали о том, что на канале Марьяна вышло якобы последнее видео. Неужели это так? Это было бы ловушкой, но скорее всего это реально последнее видео, потому что даже в описании написано эти странные слова. Реально очень странное описание, да еще и реклама Сбербанка. Марьяна хороша. И я предлагаю сейчас посмотреть это видео вместе со мной. Погнали. Привет, ребята, меня зовут Марьяна, и это все еще мой канал. Вот и настал тот день, когда мое видео можно назвать последним. В конце этого ролика я расскажу вам о своем новом увлечении. В этом видео я не понимаю, что она несет. Что было на моем канале. Какое все, новое увлечение? Про что я могу сказать от чистого сердца, это мое. Понимаете, если бы это был реально последний ролик, он бы не шел 5 минут. Это не последний ролик. Привет, меня зовут Марьяна. Вот у меня сегодня день рождения, и что-то мне как-то грустно. А, это нарезка из предыдущих видео? Ну что ж, девчоночки, пора делать из себя конфеточку. А в чем суть видео? Подожди, подожди, мне нужно перемотать. Прониклась атмосфера и стала его частью. Я не понимаю пока что ничего. Хорошо. Мне нравилось участвовать во всяких разных ивентах, устраивать фан-встречи и вообще просто веселиться с вами. Мне нравилось отвечать на ваши вопросы и общаться с вами вживую. Среди моих последних проектов был конкурс со Сбербанка, окей, где я выбирала... Мне нравится этот чехол, он... Победители для поездки в Сочи на фестиваль. Нелепый. Хорошо. Спасибо большое, то, что вы участвовали в конкурсе и выкладывали свои фотографии под хэштегом «Это мое». Их было очень много. Хорошо, я не обращу внимания на рекламу. Хочу суть видео. Суть. Скажи мне суть. И у каждого из вас были очень крутые истории под фотками, так что победителя было выбрать очень сложно. Но у меня получилось, и на фестивале я стрелялась со всеми. Ну пожалуйста, где суть видео, хватит рекламы. Которые делают масштабы. Пожалуйста, хватит рекламы. В этом мне помогала молодежная... Пожалуйста, хватит рекламы. Еще мне нравилось быть такой, знаете, милашкой, девчулечкой, путешествовать, узнавать мир и просто радоваться. Хорошо. Жизни. Не самое плохое увлечение, но... Ты льешь воду, Марьяна. Марьяна, это ловушка. Ты льешь нам воду. Хватит нарезок, давай суть. Но в этом году я поняла, что по-настоящему больше всего я люблю петь и хочу посвятить свою жизнь. Теперь все свое время я хочу потратить на это. Новую песню и новую Марьяну. Я очень... Есть в описании эта песня. Блин, блин, это не ловушка. Надеюсь, то, что вам понравится. Если вам не понравится, Печкере, я буду в полной жопе. Бросила YouTube, бросила. Не, я видел все. Фотку с Хочу студии. Сказать спасибо вам, ребята, огромное. Господи, за... Марьяна Ро. Все эти 4 года, что вы меня смотрите. Спасибо вам за счастливые, грустные моменты. В общем, за все. Спасибо вам за то, что... Благодаря вам я начала понимать, что я все-таки не маленькая какая-то какашка, я могу чего-то добиться в этой жизни. Все, что я имею сейчас, это все благодаря вам. Я вас очень сильно люблю, и вы всегда останетесь у меня вот тут, вот ваша любовь тут, и ваша любовь, наша любовь. В общем, вся любовь, она у нас вот тут. Я вас очень сильно люблю, и прощайте. Как я понял, больше не будет никаких кривляний, и Марьяна Ро просто уходит в некое свое творчество, то есть в пение. Считается ли это хорошей новостью? Ну, скорее всего, да, потому что, ну, Марьяна, ты выросла на наших глазах. Просто. Но конкретно это видео, половина этого видео просто вода. Ты могла изначально сказать, ты могла просто пост ВКонтакте сделать, например, ну или, не знаю, ну... Видео на самом деле ни о чем, но то, что Марьяна Ро уходит в песнопение, это не знаю, нужно услышать песню.
Нужно услышать первую песню и потом уже делать свои выводы. Окей. На самом деле у меня смешанные чувства, потому что до этого Марьяна Ро была просто такой маленькой девочкой, которой нужны были челленджи, которой нужны были какие-то штучки, там, еда, там, знаете, разноцветные такие видео. Весело, сейчас меняется время. Марьяна Ро выросла, скорее всего, аудитория Марьяны Ро. То есть и... наверное, это прогресс. То есть это... это хорошая новость. Опять же повторю, что нужно дождаться первой песни и послушать ее. Если она будет реально крутая, то она сделала правильно. Потому что она набрала аудиторию, и теперь она будет выпускать свои песенки. Это умно. Поставь лайк под этим роликом, подпишись на канал, если ты впервые на моем канале. Увидимся в следующем видео. Пока.